Спастись от зимней печали и холода помогут изысканные блюда для настоящих гурманов в сырном ресторане «Кафе де ля Фе». Собственный кондитерский цех ресторана предлагает широкий выбор десертов. Основное меню сочетает в себе средиземноморскую и азиатскую кухню и, конечно же, большой ассортимент швейцарских и алтайских фермерских сыров. Согласитесь, приятно в выходные дни не проводить время на кухне, а приходить в ресторан, отдыхать и общаться с близкими. Отдельное предложение для семейного отдыха в выходной – бранчи в сырном ресторане. Бранчи – это такой прием пищи, который предназначен для как раз-таки долгого времяпрепровождения, для общения с близкими людьми. И по сути своей это нечто объединенное между завтраком и обедом. Это когда вся семья может собраться за столом, когда много всякой разной вкусной еды. На шведском столе во время бранча представлен большой выбор выпечки и десертов, молочной продукции, завтраков, каши, блюда из яиц, мюсли и другие позиции. Бранчи в «Кафе де ля Фе» проводят по субботам и воскресеньям с 11 до 3 часов дня. Порадует гостей не только атмосферный отдых, но и приемлемая цена.